Вы должны четко понять, в какой мере ваша жизнь определяется внешними событиями, а в какой мере вашей психологической структурой. Вы должны провести четкую грань. Сейчас мы сидим здесь, что происходит вокруг, а что я создаю внутри себя. Если провести четкую границу между тем, что происходит в вашем уме, и тем, что происходит вокруг, это будут две разные вещи, не так ли? Есть происходящее вокруг, и есть ваша реакция на это, но вы думаете, что это одно и то же. Например, кто-то назовет вас дураком. Допустим, я. То, что происходит внутри вас, ваших рук дело. Слово «дурак» исходит от меня. Но все то, что происходит внутри вас, это ваше, не так ли? Да или нет? Потому что слово «дурак» не приносит никакого вреда, это не пуля. Все зависит только от того, как вы отвечаете или реагируете. Вы должны провести эту черту в своей жизни. Что мое, что делаю я, и что мир делает со мной. Тогда вы увидите, что мир едва ли тревожит вас. Он вообще очень редко вами интересуется. Большинство ситуаций — ваших рук дело. Но вы думаете, что все происходит с вами извне. То по сравнению с моим вкладом в эту свалку, которой я являюсь, вклад мира очень мал. Поверьте мне, очень мал. Все остальное вы создаете сами. Если вы позаботитесь обо всем, что создаете сами, ваша жизнь преобразится на 98%. Все очень просто, но люди не проводят эту границу. Они мечутся туда-сюда. Стоит произойти любой мелочи, и внутри вас она отзовется миллионом откликов, не так ли? Химический суп вашего тела реагирует на каждую мелочь. Тело отвечает на каждую мысль, идею, эмоцию, реверберацию, которую вы создаете. Будет ли это замечательный или паршивый суп, зависит от того, как много внимания вы уделите его приготовлению, не так ли? Понимая, что это ваших рук дело, вы позаботитесь о том, чтобы сделать все таким, как вы хотите. Если вы не понимаете, что суп варите вы, тогда то, что у вас внутри, будет происходить бесконтрольно, по воле случая. Please subscribe.